Всем привет! Уже 2,5 года я использую свои часы Amazfit Bip. Это еще первого поколения. И что не может не радовать, батарею я практически не убил на них, так как до сих пор она замечательно держит. В районе 45, где-то 50 дней. Итак, 2,5 года в жестком использовании. Ну, внешне что? Лак на металлической кнопке полностью у нас стерся. Дальше без особых изменений корпус никак не пострадал. Есть микроцарапины, еле заметные на стекле, которые просто так особо не видны, но мы-то знаем, что они есть вот здесь, вот здесь. Но стекло достойное. В общем, что с ними было? Они были раза два в отпуске на море, где по 14 дней принимали водные процедуры. Вот эти вот штучки на предыдущем браслете полностью заржавели из-за этого. Еле снимал, но об этом есть отдельное видео. Вот. Изначально я на них отключил полностью. Было отключено измерение пульса. Вот. Далее, в принципе, всеми функциями пользовался. По 5, по 6 будильников в день стоит. Куча оповещений. Вот. Внешне они никак не пострадали. Ремешок я менял несколько раз. Это тот самый оптимальный для лета. Для зимы лучше всего, конечно же, стальной браслет. Ну, стандартный ремешок, к сожалению, летом вызывает аллергию. И не только у меня, как выяснилось, у многих такая же самая проблема. Вот. В принципе, я очень доволен этими часами, потому что сейчас у нас пишет вот 40%, и это где-то 30 какой-то там день. То есть, сами понимаете, насколько их хватает. Батарейка тут как родная, держит очень долго. Изначально она держала 45 дней, 50 без пульсометра. Ну а потом еще допилили разными обновлениями и увеличили это время. Не знаю, только ли у меня попался такой удачный вариант. Так удачно я его прикупил. Либо же, может, у кого-то еще. Но многие пишут о том, что отслаивается стекло, о том, что нельзя в бассейне плавать. Я на море 24/7, по 14 дней, 2 отпуска отгулял без всяких приключений, ну, кроме ушек, соответственно. Вот. Приходят все уведомления из разных мессенджеров. Работает все адекватно, довольно-таки хорошо. Вот. Музыку переключать я не ставил. Этот переключатель там танцы с бубном надо. Ну а так, в принципе, все обновления по воздуху были установлены вплоть до последнего. Все это можно отследить на канале по обновлениям в плейлисте Amazfit Bip. В принципе, будем продолжать юзать данный девайс. Потому что и сами по себе не информативнее, чем Mi Band'ы, любые там вплоть до 5. Ну и как бы очень много разных интересных функций. Alipay сделали оплату по QR-коду, которую, кстати, в стране проверить нельзя, а ехать в Китай не очень-то хочется. Ну вот, в принципе, и все.
Ремешков куча, аксессуаров куча. Кстати, покупал я еще два бампера защитных. Поносил их буквально неделю один и другой. И понял, что они просто абсолютно не нужны. Точно так же, как и стекла и пленки для защиты самого стекла. Стекло закаленное, довольно-таки хорошо держит. Держится от всяких царапин и всего остального. Конечно, если вы работаете где-то на стройке, это вам не подойдет, этот браслет. Либо его нужно будет где-то снимать. Ну, а так считает, все в адеквате. Меня устраивает. Поездки на велосипеде тоже. Тренировки, бег. Без особых проблем. Все работает на ура. Единственное, что хотелось бы сказать, это по поводу браслета, конечно. Стандартный браслет летом лучше не надевать, потому что заживает порядка 2 недель. Такие химические ожоги, которые оставляют вон от взаимодействия с потом на руке. Ну, не у всех, но у большинства пользователей это наблюдалось. Хотя пишется, что гипоаллергенная якобы составляющая этого ремешка. Но на практике выясняется совершенно другое. Пользоваться можно, пользоваться нужно. Как часы, как шагомер, как будильник. Самое то, если вам не надо постоянно мерить пульс, то батарейки через 2,5 года у вас будет хватать ровно на 45-50 дней, как и раньше. Вот и все. Всем, кому было интересно, подписываемся на канал. Ну и, соответственно, добавляемся в друзья. А теперь самое интересное. Постскриптум. Вот, значит, Mi Band мой. Заходим. Самая последняя прошивка на нем сейчас стоит. Но мы видим, что здесь 40% заряда. И заряжался он 37 дней назад. Сейчас у нас будильник используется один. До этого 2 недели я юзал 5-6 будильников. Вот, по работе нужно было. Сообщение из 8. Так, это событие. Сообщение. Где у нас уведомление? Вот из каких мессенджеров приходит уведомление. Вот, в принципе, и все.